Ну что, ребят, хочу сказать, вот такая вот непонятная ситуация, как мы видим, немеренное просто количество людей, немеренное количество туристов, автомобилей, просто невероятное количество. Ну, собственно говоря, как и постоянно в балаклаве летом в Севастополе. Ну, просто нереальная ситуация, грубо говоря. Как тут надо с 8 утра, что ли, машины занимать? Даже не могу сказать, даже не знаю. Так, тут столб, машину, конечно же, не поставить. В общем, на самом деле, тут можно было как-то, наверное, организовать, возможно, и какой-то второй, ну, парковку какую-то сделать, подземную, в конце концов, или надземную. Ну, то есть, надо что-то такое придумать, чтобы было удобно людям ездить, причем всем тем, которые хотят приехать. Ой, не смогу я туда поехать. Так, ба-ба-ба-ба-ба-бам, давайте попробуем проехаться. Так, вроде нормально. Итак, проехали, а теперь самое главное — выехать с самого узкого места. Сейчас я вам покажу, это самое узкое место, которое здесь будет. Вот. Ой, ребят, здесь действительно очень сложно ездить. Вот, и те, кто сюда едет, это, конечно, ну, полная ерунда. Здесь, ну, не нужно сюда приезжать, заезжать. Здесь тоже можно было поставить машину, но нельзя, потому что здесь на самом деле просто проезд. А вот оригиналы, которые, ну, просто, ну, невероятные люди, которые, как можно так вообще ставить автомобили свои, я не понимаю, просто загораживать. Ну, понадобится кому-то вот солнце нереальное, да, солнечный удар просто элементарный будет. А вот, и должна будет приехать скорая помощь, допустим, она не сможет приехать, просто потому что там эти товарищи поставили раком свои автомобили, и просто, ну, сами понимаете, да, это очень сложно и очень небезопасно, грубо говоря, так ставить автомобили. Будет ли нам... А, да, товарищ БМВшник, он сделал, отблагодарил нас. А Opel тоже ушел, украинский, кстати, Opel. Форд нас пропускает. В общем, все вроде нормально, вроде все здорово. А вот, сами понимаете, что здесь нет никакой возможности заниматься туризмом. Надо где-то машину ставить. Красивая девушка была в Форде, кстати. Машину нужно ставить где-то за несколько километров до вот каких-то вот таких вот приятных мест. Видите, Opel себе нашел место и не захотел оставаться, да? Я его немножечко прогнал, что ли, не пойму. А, да, там тоже дорога сверху. В общем, сложно все это сделать. Вот, ну, не знаю, что, куда едет этот Ford, что он здесь хочет, вернее, Opel, что он хочет здесь, как он хочет остановить свою машину, я понятия не имею. Здесь нет возможности никакой останавливаться. Ну, вот смотрите, вот он сейчас пытается стать, ну а возможности-то реальной нет. Вот я не знаю, чем он там думает, этот человек. Так, стоим, ждем. Куда-то я там уперся. Ну, как говорят хохлы, они везде найдут свой выход. Не знаю, посмотрим. Что-то я боюсь. Глянь, как там? Тут много, давай, тут много места. Окей, сейчас давай, попробуем. Отлично. Еще есть там, да, нормально? Да, тут есть, тут полно. Хорошо. Ну вот, в общем, примерно так. Люди не боятся оставлять даже в таких местах свои автомобили. Но очевидно же, что их поцарапают. Очевидно же, что кто-то своим автомобилем нечаянно заденет его автомобиль. Это будет просто жуть на самом деле. Но люди не понимают, все равно им лишь бы поближе к морю, где-то вот поставить машину и пойти купаться или что-то там просто посмотреть. Я местный житель, я, грубо говоря, из города Севастополя, мне совсем недалеко было сюда приехать. Естественно, я могу поставить машину где-то подальше, но я так думаю, что мы и так с вами хорошенько посмотрели, что к чему, и увидели, как сложно добраться сюда и как сложно поставить автомобиль. Ну и какому да, тоже вот товарищи неадекваты какие-то, я не знаю, как там. А не посмотришь вот там с той стороны, проеду, не проеду. Вот добрый человек тоже согласился.
Добрый человек согласился. Спасибо, там места много, нет было вообще? Нормально, ну вот так. О, спасибо. То есть я вообще не знаю, я не собираюсь здесь больше ставить свой автомобиль. И, ребят, я вам не рекомендую никому ставить свою машину здесь. Я советую вам поставить машину где-нибудь поодаль и там уже оттуда пешочком добраться вот до сюда. То есть как-то так надо решать этот вопрос, по-другому, ну, никак не получится у вас. Во всяком случае, качественно не получится, друзья. Вы посмотрели балаклаву, возможно, сейчас я пешочком еще пройдусь, посмотрим, что к чему.